Всем привет, дорогие друзья, с вами Санёк, вы на канале Playkin Games, и сегодня мы с вами посмотрим бой с боссом, возродившийся из игры Bloodborne. Это довольно легкий босс, рядом, так как вы заметили, с боссом можно вызвать охотника-перевещика Антал, советую вам его вызвать, вам будет намного проще уничтожить босса. А сейчас мы посмотрим, как эта тварь появляется, небольшая такая заставочка, не буду вас отвлекать своей болтовнёй, давайте посмотрим. Вот такая, ребят, груда мусора, костей и плоти вывалилась с неба. Придется нам сейчас это создание убивать. Я вам сразу говорю, ничего сложного в боссе нет. То, что он большой, не бойтесь. По сути, это даже большой минус босса, когда они большие, с ними легче справляться. Единственный минус есть еще, который будет вас отвлекать. Это ведьмы, которые стоят на стенах вокруг босса. Они будут кидать в вас фаерболы. Тут можно как бы забежать, вот лесенка слева, видите, от босса есть вход, туда можно подняться, пробежаться по лестницам и убить всех этих ведьм. Но я вам советую просто не отвлекаться на них, они редко у вас будут попадать, если будут попадать, то урон наносится небольшой. Босс, как видите, тормозной, просто держитесь ближе к нему, старайтесь заходить в спину, где щупалец поменьше, вот ближе к середине, где вот все эти конечности торчат. И наносите просто ему постоянный урон, перебежчик Антал, вызванный вами охотник, тоже вам будет в этом помогать. Периодически запоминайте тайминги, когда ведьмы могут посылать эти фаерболы, и пытайтесь от них уворачиваться. Ну а босс, как видите, ничего сложного в нем нет, только единственное, когда он применяет вот такой вот удар, нужно будет отойти, подождать, восстановиться. Ну и дальше мы его просто выносим с помощью нашей любимой техники, этого сильного удара молота. Босс упал, пока он в такой отключечке, мы выносим ему ударчики. Осталось буквально чуть-чуть, как видите, ничего сложного нет. Просто держитесь ближе и убивайте его. Переключаетесь на мощный удар, разбег. Вот между вот этих двух больших ног старайтесь держаться, они по вам не будут часто попадать. И босс быстро умрет. Ну, на этом у меня все, я думаю, вам видос зашел. С вами был Санек, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому не жалко. Ну и до новых встреч, до новых боссов. Всем пока.